Мы живем в трехмерном мире, да? Вот сейчас у нас три измерения. Наш духовный мир, он многомерен. Он выше, чем тот мир, который нас сейчас окружает. Это знают немногие, но он действительно многомерен. Я бы сказала, даже он бесконечен. А нас пытается втолкнуть в двухмерное существование, чтобы мы воткнулись только в это и все, и завязли в этом информационном мире. Если у тебя есть вектор сердечный, ты все равно будешь делать отсев. Ты все равно будешь идти, так, это твое, это не твое, это нельзя даже касаться, это твой, это не твой. Да? То есть от тебя зависит, всегда от тебя, от твоего вектора интереса. Но нужно делать некий отдых сознанию, чтобы правильно воспринимать реальность. Реальность – это не трехмерный и не, а гораздо вышемерный мир. Поэтому есть люди, которые отказываются от всего этого и создают некие деревни экологические, которых, так сказать, вот это все не существует. Правильно ли это, не знаю. Ответ на этот вопрос пока не поступил. Следующий шаг кинематографа вам могу рассказать, если вас это интересует. Значит, сейчас есть трехмерное кино, а будет объемное. Я уже ее увидела, сейчас была премьера у нас в выставочном зале, в центральном манеже. И там была такая небольшая комнатка, около которой толпились люди. Мне было интересно, что это. Там стоит балерина, танцует балерина, в рост человека, у нее развивается это самое. И она чинь, и пропадает. И все. Виртуальная. Понимаете? То есть будет вовлеченность наша с вами в виртуальный мир настолько, что он в какой-то степени будет подменять собой настоящий мир. Вот здесь будьте осторожны. Вы не заметите своей жизни, как она пройдет. Вы не заметите любви. Вы не заметите, как растут ваши дети. Вам дали подмену. Понимаете? Это очень серьезный искус. Это очень серьезное искушение. И будут шлемы. А вот вы просидите, вот фантастические вещи. Вы захотите, например, посетить Марс. Пожалуйста, на вас. Только это не будет ваше стремление посетить Марс, то есть ваша работа, как у Юрия Гагарина, да? А это будет раз, один, включил, вы богатый человек, раз, типа наркотика. Миры, это, вот, а любовь, а вот она, любовь, вот уже не материальная, она с вами спорить не будет зато. Понимаете, это подмена, идет колоссальная подмена. Посмотрим. Мир нам дает такие интересные вещи, с которыми надо разбираться. Бойся донайцев дары приносящие. А у меня есть... Бойся донайцев дары сулящие. Может быть обманут.